Так, ну что, продолжаем. Зомби Лэнд против зомбиков играть. Так, пополняем сразу. Покупаем. И у нас что там, части пошли, да, части? Поехали. Так, нам нужно уехать от зомбиков. Сейчас мы будем на своей ролейской суперской машинке уезжать от зомбиков. Не знаю, получится нет. Опа, вот домик. Есть. Первое у нас. Первая поездочка успешная. Так, вторая. Ну, тоже, в принципе, она несложная. Вторая. Ну, ё-моё, зомби-то быстро-быстро идут. Опа! Блин, чё, разбился, да? Ладно. Ну, я заехал. Засчитали, интересно, то, что я заехал или нет? Вот они домики просто так не строили бы так рядом. Не ставили бы. Это, конечно, не думал. Нет! Они меня не засчитали. Ладно, сейчас заедем. Все, засчитали 400 метров. Так, проехали мы 400 метров. Нам нужно метров 700 хотя бы проехать. Ну вот, пошли. Сложные трассы. Так, зомби уже злые. Очень близко бегут. Не знаю, успею я или нет. Так, пока успеваю. Ёлки-палки, нифига себе. Где дом? Дом. Все, успел. Но зомби очень-очень рядом были со мной. Ну, практически, ребята. Они меня словили, можно сказать. Не знаю, как так получилось, что я убежал. О, сейчас они будут очень рядом. Вот, они уже здесь. Давай. Есть. Поднимаемся. Вторая. Высокая. И третья. Да ну нафиг. Нереально, конечно. Ну, ребята, ну как так? Очень высоко последняя скала была. Так, пока что у меня все равно 700, типа, считает. Ну, а так-то я 900 проехал, не знаю, будет это засчитывать или нет. Давай. О, молодец. И теперь еще очень-очень высокая. А, вот высокая, блин, все. Ну, они меня здесь ловят, конечно. Вот нереально. Давайте посмотрим, как другие едут. Друзья мои. Чувачки. А, время заканчивается. Ладно. 6 секундочек. 5. 4, 3, 2, 1, 0, пуск. Давай. Ладно, 880 метров. А сколько вообще засчитать? Нет, 935. Отлично. 74 место. Было 94. Да, 4 дали. Так, ну что ж. Осталось части получить. Новые части какие-то мне сейчас дадут. Ладно. Так, поехали. Так, ну это самый легкий первый, да, 200 метров. Вторые 400 метров тоже они несложные. Вот потом идет, да. Попробую заехать. Сейчас тоже, кстати, не супер легко будет, конечно. Сейчас посмотрим. Но мы должны заехать. Так, все, заезжали нормально. Так, 450 метров нам показывает почему-то. Ладно. Давай, поднимайся. Ой. Зомби уже здесь. Так, мне нужно заехать. Это прям, знаешь, притык. Я еду. Притычок. Опа, заехали. 660 метров показывает у нас. Ладно. Вот сейчас будет нереально сложно вообще. Блин. Ах, не могу. Да ё-моё. Всего лишь 700 метров. Давайте попробуем еще раз заехать. Либо может другие гаджеты поставить вместо. Да, сейчас я попробую другой гаджет поставить. Угу. Так, заходим в гараж. Меняем детали. Вот так вот. Нет, здесь мы берем вот эту штуку. Поставим вот эту вот. Ну, в принципе, и все. Поехали. Сейчас мы должны быстро ехать. Может быть, и получится. Но гад,
гаджет их вонючий, они даже не помогают мне. Ну как так? Либо просто они сильно прокачанные гаджеты у меня. Ё-моё, ну не могу я, не могу, они меня там ловят и всё. Ну, 20 секунд. Конечно, я за 20 секунд уж точно ничего не сделаю. Нет! Всё, они меня словили, конечно. Так, ну ладно. Так, 738 метров. Посмотрим, сколько дадут теперь мне денежек. И что там за части будут такие интересные. Так, далее. Части. Давайте. О, соточку красную. Ускоритель дым. Фью, и все что ли? Ну, как-то так не очень. Ну что ж, мы продолжаем. Давайте поиграем на горе. Возьмем раллийный автомобиль. Поехали. На раллиечке моей. Так, у меня тут какое задание? Вот это мощь. Вот это мощь у меня. Как можно дальше проехать? Ой-ой-ой-ой. Так, ребята. Мне нельзя, не получается, бензинчик пропускать. Иначе мы далеко не уедем. Без бензина. Упс. Но в принципе. Мы далеко проедем. Потому что я буду аккуратно ехать. Скорость у меня бешеная. Ну и бешеный расход топлива тоже самое имеется. Главное везде собирать бензинчик. Фикс. У меня 122 тысячи монет. К сожалению, я на ролейку не буду прокачивать. Тачку. У меня есть... А, ребята, у меня есть машинки, которые мне нужно прям прокачать. Я вам покажу, какую тачку я сегодня буду прокачивать. И это не ролейная. У меня ролейная и так мощная. Куда ее прокачивать еще дальше? Хотя можно и ролеечку прокачать. Потом подумаю. Так, главное мне бензин не пропукать. Где у нас тут следующий бензинчик? А вон, сверху. Никс. Километр уже проехали. Километра два мы, я думаю. Смело, а может быть даже. А сколько мне здесь? А, нифига себе, у меня тут больше 4 километров. 4,5 километра я проезжал здесь максимально. Но есть вероятность, что я проеду еще больше. Вот, начинает мигать. Бензина не хватает, но мы успеваем взять. Ах ты, ё-моё, сломал тачку, разбил. Теперь она у меня будет постоянно дымиться. Ну, это не страшно. Пусть дымится. Мне главное, чтобы бензин всегда был у меня в норме. А для этого просто собираем бензинчик, который здесь лежит. И попробуем максимально эти самые открыть. Сундучки. Так, у меня сейчас 4 уровня. Попробую уровня 10 добиться. Но это не обязательно, конечно, что я доеду до 10 уровня, потому что у меня проблема с бензином. Главное его вовремя собирать. Так, 124 тысячи. Почти что 125 тысяч у меня. Ох, опасно было. Чуть не перевернулся. Так, 5 уровня сундук. Отлично. Надо 10-го. Потому что на 10 уровне выпадает одежда какая-нибудь для скина. Моего перса. Хотя у меня уже одежды относительно много. Всякой разной. Но одежды очень много в этой игре, поэтому она никогда не помешает, новенькая одежда. Так, когда я разгоняюсь, получается, у меня быстрее идет расход топлива. Да, как медленно деньги здесь, ребята, собираются все-таки. Ой-ой-ой-ой-ой, бензинчик, спасибо. Всего лишь 6 уровня у меня сундук. Надо хотя бы 10.
Постараюсь 10 уровня взять. Опа. Все, это благодаря ускорителю мы проехали. О нет, бензин, вонючий случай. Чуть-чуть осталось мне. До бензина совершенно метра два или три. Но мы, к сожалению, не пробежали. Не доехали туда. Так, 3400 дали, скина нету, потому что у меня не было 10 уровня сундучка. Но мы продолжаем, значит, получается у нас гонка в шахтах. Вот такой вот у нас автомобильчик, мы его немножко прокачаем. Чуть-чуть. Возьмем, повысим сцепление и повысим выхлоп, он в принципе недорогой. Поэтому, как бы, мне не жалко. Давайте внешний вид изменим, например... такую вот мордашку и сделаем шляпочку вот такую. Ой, отлично. Как раз такой деревенский житель. Деревенский житель. Все, поехали. Вот, смотри. Чуть-чуть улучшили тачку нашу. Но вроде бы она быстрее стала ехать. Сколько вообще я здесь проезжал? 800 метров. Что, реально, что-то чуть-чуть мало. Надо мне это исправить. 800 метров, это мало. Я тут и больше приезжал. Так, у меня открытая голова, прям вообще сильно-сильно открытая. Защиты нету, поэтому сейчас мы внимательно, аккуратненько будем ехать, чтобы нам не разбить голову себе. Тормоза здесь отличные. А, нет! Блин, как жалко-то, а! Ну что, моя любимая глубоководная езда. Люблю ее. Так, поехали, ребяточки. Сейчас посмотрим. О, рыбка. Привет. Давненько я 3 недели, ребята, не играл. Потому что я уезжал. И возможности поиграть не было. Целых 3 недели. Офигеть. С ума сойти. Так, первое место. Так, сейчас посмотрим. Идеальный старт. Так, пока что. Так, какой-то драйвер выбивается, а? Вперед. Так, мне нужен бензинчик уже. Нет, на фиате какой-то, фиат. Тут вот интересно, почему-то... Потому что сначала на одного выбивается, потом другой. Но побеждает вообще непонятно кто. А побеждаю я. Так, дальше. Сейчас здесь должна выиграть. Так, идеальный старт. Отлично. Ух ты, тут только... Ой, тут батиска. Не знаю, нужен он или нет. Ой, а я не забрался туда, прикинь. Да, потерял кучу времени. А, нет. Это хорошо, что туда не забрался. Потому что драйвер, он приехал позже меня. А, или фиат, я уже не помню. Какой-то фиат странный, он, мне кажется, не таким был. Какой-то чел мне был. Ладно. Приколюха. Первое место. И у нас еще новые. Новый сундучок красненький. Что у нас здесь лежит? Эпическое усиление. Ух, нифига, круто. Еще 6000 монет дали. Шикарно.